Мы опять на том же месте, что и вчера, в цирке. Такой вот цирк красивый, горочка. Парни уже катаются, разогреваются. Сегодня у меня другая группа, тоже традиционно ездят. Очень моя любимая группа, одна из самых любимых. Парни на позитиве постоянно. С утра морозец, минус 27 было, пока одевались, собирались, 24 стало. Сейчас, конечно, здесь тепло и разогрето, и солнышко палит. Надо было, кстати, очки солнечные взять в следующие дни. Надо не забыть. Катаются и скатывают склон. Сейчас этот склон искатаем и поедем дальше. Видно, что парни дорвались до снега. Катаются без остановки. Решил замерить уровень снега в цирке, прямо посредине цирка. Метр 60. Метр 60 в цирке на склоне. Замерли вам. Вторая локация наша, гора Луговая, она, конечно, не сильно крутая, тут больше полянок, лесок, но тем не менее, вы видите, один человек со мной остался, остальные все уехали вот в тот лесок, и там веселятся. Где-то в тех ручьях, склонах воевода с группой, с очень большой группой сидит. Так, ну что, господа, это крайняя локация на сегодняшний день. Река Избас, на полянках парни кайфуют. И здесь, вы знаете, кого я встретил? Воеводу! Да, привет, ребят. Короче, у него мега большая группа. Ну, мы планировали так где-то здесь рядышком быть. Смотрите, вот туда, это вот такой туман стоит, изморозь. Прям, и вот от Избаса. Там тоже спускаешься, морозец прям чувствуется. Ноги мерзнут. Новые клим-боты, адреналин Боа. Холодные. В FXR-ах было гораздо теплее. Я прям с ноги на ногу скачу, чтобы согреться как-то. Прям реально мерзнут ноги. Ни у одного меня. Сегодня это у всех наблюдения такие. Вот такие дела, ребята. Сейчас будем уже собираться домой, поедем отогреваться в баньку, потому что мороз такой едкий. К вечеру, днем вроде ничего, нормально было, сейчас солнце к закату и стало подмораживать. Уже сейчас поедем, соберем всех своих товарищей снегоходных по кустам и поедем в сторону дома. Ну как сейчас... каталка, парни? Мы ржем! Каталка огонь! Улет. На улице минус 26 градусов, мы только что приехали всей группой и сильно очень замерзли, особенно здесь, когда ехали по низине, идет испарение от речки, и прям в этих испарениях очень сильный мороз, там даже не знаю, сколько он там был на месте, в общем, промерзли как надо. Вот после такого проморожения нужно обязательно сходить в баню, чем я сейчас и займусь.
Посмотрите, какой вечер, какое ясное небо. Вот это вот, кстати, гараж. А вот это вот баня. Все тут недалеко. Мы идем в баню. Это вот раздевалка. Уже сразу видно, что это баня. Просто не полотенце, все здесь уже, все включено. Тапочки. Итак, попадаем в комнату отдыха. Тут барная стойка. Пиво, все. Это вот полностью комната отдыха. Камера начала потеть, вот там сама баня с уникальной печкой для этого места. Вот, попарились, можно теперь идти ужинать. Кушаем, а вечером будет выступление. Вечерние посиделки. Не со мной, ты не со мной, ой, ты не со мной, не со мной.